Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание кухонному столу и поговорим о том, какие вещи никогда, ни при каких обстоятельствах не должны быть на кухонном столе. Иначе в вашей жизни никогда не будет достатка, изобилия и благополучия. И в вашем доме, и в вашем кошельке, а также возникнут в один момент проблемы. Конечно же, сразу это все не происходит, все имеет накопительный эффект, но помните о том, что многое зависит от нас. И когда вы знаете те советы, те рекомендации, которые остались нам от наших предков, вы знаете, как вы сможете привлечь изобилие, достаток и благополучие. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, девочки и мальчики, вы все знаете прекрасно, что кухня – это важное сакральное место в доме. И от кухни зависит в основном энергетика, которая будет и наполнять ваш дом. Поэтому нужно следить за тем, чтобы на ней все было по правилам, и только чтобы светлые энергии притягивались к ней. Ведь от энергии на кухне напрямую зависит и благополучие, и достаток вашего дома. Кухня должна быть обязательно красиво оформленной. Но это не означает, что на ней должна быть только дорогая мебель, и она должна быть сделана так, чтобы вы, когда входили в нее, вы получали обязательно моральное удовольствие и чувствовали уют и комфорт. Одним из основных и самых важных правил является порядок на вашей кухне. Помните о том, что на вашей кухне всегда все должно находиться по местам и располагаться так, чтобы вам было удобно всем пользоваться, чтобы вы не нервничали, что что-то не можете, например, найти, так как в такие моменты, к сожалению, человек даже неосознанно может излучать негатив, а вам этого на вашей кухне абсолютно не нужно. Помните о том, что для ваших кастрюль, для ваших сковородок обязательно должен быть специально отведенный шкаф. После использования сразу кладите их туда, не разбрасывайте по конфоркам, всевозможным шкафам. Это все-таки плохая привычка, которая будет мешать положительной энергетике передвигаться по кухне. Уборку в доме лучше начинать с кухни. Делать это нужно в приподнятом только настроении. Не думать о том, что «ой, вот мне снова приходится убирать» и так далее. Почему? Потому что таким образом вы уже отправляете неправильный посыл. Вы должны думать так, что вот сейчас я уберу, и в моем доме будет уют, и его заполнит только положительная созидательная энергетика. Также ни в коем случае нельзя, чтобы плита была грязной. После каждого приготовления пищи убирайте и мойте ее. Это нужно делать для того, чтобы во время приготовления еды она не впитывала негатив, который будет скапливаться вокруг. Ведь вы знаете, что пыль, грязь, они способны притягивать негатив в больших количествах. Также во время приема пищи мы с вами впитываем и энергетику, излучая которую в дальнейшем притягиваем к себе положительные или же отрицательные энергии. Поэтому, чтобы потом о чем-то не жалеть и не думать, почему дом стали наполнять неприятности, а в вашей жизни появились одни проблемы, лучше сразу концентрировать на это максимум внимания и не допускать такого. Вообще, научитесь сразу, что приготовили то, что надо, все покушали и после этого убирайте. Возможно, вам придется на 5-10 минут дольше убирать, но вы должны понимать и то, что когда ваша плита, вне зависимости от электрическая, индукционная, газовая плита, они грязные, помните, они также притягивают негатив, они притягивают разрушение. Помните о том, что на энергетическом плане происходит разрыв энергии. И уже на физическом плане мы с вами видим грязь, мы видим вонь, жир вот этот, который уже
накопился, этого не должно быть. Многие говорят, ой, у меня вот старая газовая плита, вот у нее там это. Вы знаете, сейчас мы же с вами живем в таком удивительном мире, когда вы можете купить всевозможные средства для того, чтобы убрать эту ту же накопь, грязь и так далее. Это все возможно. Конечно же, следите за этим всем. Не забывайте также и о своем холодильнике. За холодильником также нужен уход, так как в нем хранятся продукты, которые потом к вам попадают на стол, поэтому очень важно, чтобы вы следили за своим холодильником. Да, сейчас современные холодильники, которые вообще можно не размораживать, как когда-то, помните, мы с вами чуть ли не буквально каждый месяц, два, три обязательно размораживали, потому что вот это накапливалось, этот лед и так далее, и так далее. Но это не значит, что не нужно холодильник мыть. Хотя бы раз в полгода обязательно протирайте хотя бы тряпочкой. Помните об этом. Далее, друзья, важным сакральным местом на вашей кухне является стол. Еще издавна такой предмет в доме занимал значительное место, и к нему всегда было особое отношение. Поэтому очень многие поверья, правила, обряды и ритуалы связаны со столом, и вы знаете, неспроста. Запомните, на вашем столе никогда не должно быть пыли. Вы удивитесь, сейчас скажете о том, что, а что бывает пыль? Вы знаете, бывает пыль, например, когда большой длинный стол, и люди только в какой-то части присаживаются и, например, обедают, завтракают, а вторая часть находится реально в пыли. Это не должно быть. Далее, у вас не должно быть на столе рваной скатерти. Если вы видите, что ваша скатерть вас раздражает, она вам не нравится, она где-то потертости различные рода, убирайте обязательно такую скатерть, обязательно покупайте новую, старайтесь покупать добротную скатерть, не дешевую, чтобы она рвалась после первой стирки. Также ваш стол не должен иметь какие-либо повреждения, он не должен шататься, потому что все эти нюансы, они будут отталкивать положительные энергии из вашего дома. Столу нужно уделять постоянно должное внимание и уважение. Только так вы сможете привлечь в свой дом то, что вы пожелаете. Решаемые за столом дела обычно заканчиваются успехом. Так происходит из-за того, что люди во время разговора, пытаясь помочь человеку, который нуждается в помощи, отправляют потоки положительных энергий, а стол их приумножает, и благодаря этому находится быстрый выход из данной ситуации с положительным результатом. Поэтому, когда, если вы обращали внимание, люди к вам приходят за советом, хотят что-то рассказать, поделиться какой-то своей бедой, и вы знаете, это даже, возможно, неосознанно делается человек. Он присаживается всегда за кухонный стол. И если вы обращали внимание, многие вопросы в доме, в семье решаются именно за кухонным столом. И это неспроста. Поэтому старайтесь уделять своему столу как можно больше внимания. Кроме того, когда вы общаетесь за столом, вы говорите. И ваши слова, ваши предложения, эмоции имеют также энергию. И ваш стол это все принимает. Поэтому очень важно, чтобы ваш стол всегда был чистый, опрятный, ухоженный. Помните об этом. И для того, чтобы притянуть в дом потоки светлых энергий и приумножить их, обязательно на столе размещайте такие предметы, как вазу с фруктами, медовницу, конфетницу, также купюру большого номинала под скатертью, свечи, живые цветы. Помните о том, что все это поможет вам наполнить дом счастьем, удачей, благополучием, деньгами, сделать его полной чашей. Всем предметам, которые находятся на вашем столе, нужно уделять должное внимание и все обдумывать, прямо вот до мелочей. Ведь если даже в спешке положить что-то неправильное на стол, можно не только испортить особую энергетику вашего жилья, но и наполнить его неприятностями, от которых будет тяжело избавляться. Также сервировке стола нужно уделять максимум внимания, делать это только с душой, понимая, что от этого зависит энергетика, которая будет наполнять ваше жилье.
Так, например, на столе не должно быть пустой посуды, так как это будет притягивать пустоту и, соответственно, финансовые проблемы в ваш дом. Для такого на кухне должен быть отдельно отведенный шкафчик, а в лучшем случае это все нужно сразу выносить в кладовке, либо, как вариант, в подвал. И вообще научитесь о том, что, например, вы чаемничали, и после этого очень часто бывает так, что все поднимаются и идут, кто занят, кто смотрит телевизор, кто читает книгу и так далее. И вот эти пустые чашки, стаканы, они остаются на столе. Возможно, в первого, пока вы это делаете, на данном этапе это не приводит у вас к каким-то негативным моментам. Но помните о том, что энергия никуда просто так не исчезает, и никуда она так сама не перетекает. Поэтому очень важно делать так, чтобы на вашей кухне всегда был порядок. Да, женщины сейчас скажут о том, что «Ой, ну а что, я постоянно мою эту посуду, я постоянно это убираю кухню, ой, я устала, мне надоело» и так далее. Но вы должны понимать и то, что кухня – это сакральное место, и неспроста ей отводится вот особое место. Даже если вы обратили внимание, у наших предков всегда была кухня. Другой момент, с какой мебелью, но всегда был кухонный стол, всегда были рушники, были вышиты, всегда на столе было что? Был хлеб, испеченный в печи. И вы должны понимать о том, что это было все неспроста. Потому что когда-то наши бабушки, наши прабабушки, они этому уделяли особое внимание. Также всегда на столе была калина, на столе всегда были орехи, мед. И это вы должны понимать, что было неспроста, потому что наши предки понимали. Сейчас мы живем с вами в современном мире, и многие уже об этом всем забыли. А вот это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что и ключам от входной двери не место на вашем кухонном столе. Это также сакральный предмет, но со своей энергетикой, которая работает сама по себе. А когда вы размещаете, пусть даже машинально, этот предмет на столе, начинается дисбаланс энергии, и в результате вы можете разрушить энергетику стола, из-за чего в дом начнут поступать ненужные для вас энергии. В доме могут начаться конфликты между близкими людьми, появиться ссоры, выяснение отношений, которые испортят не только энергию дома, но и перекроют поступление важных энергий, из-за чего произойдет энергетический застой. Поэтому у вас должна быть обязательно ключница, которую все члены семьи, в том числе и вы, будете вешать свои или класть свои ключики. Но вот эту ключницу вы должны выбрать на интуитивном уровне. Сейчас очень много красивых ключниц. И вот выберите ту, которая действительно вам припадет в душе и которая станет для вас не просто декором, а и помощницей. Далее сумка. Сумка – это вещь, когда вы ходите с ней по улице, в общественном транспорте, она способна подбирать различный негатив, а вы, принеся этот негатив собственноручно, расположите его на сакральном месте, чем увеличите поступление этого негатива в свой дом и в жизни всех, кто в этом доме живет. У всех начнутся неприятности в разных сферах их жизни, избавиться от которых не получится на протяжении долгого периода времени. А если вашу сумку в руках подержит недоброжелатель или даже дотронется до вашей сумки, а помысла, которого вы просто не подозреваете, то вы также притянете из-за такого необдуманного действия в свой дом беды и проблемы. То же самое касается и пакетов с продуктами питания, которые многие, принося из магазина, сразу располагают на кухонном столе. Вот здесь также откажитесь от такой привычки, пока вы не разрушили жизни всех, кто находится в данном доме. Стол также способен впитывать энергии, которые его окружают, а во время еды возвращать это людям, которые за ним едят, поэтому старайтесь, чтобы его окружали только положительные энергии. А вы во время приема пищи принимали их к себе, с помощью чего наполняли свою жизнь только приятными событиями и счастливыми моментами. Не должны на столе, кроме как во время еды, находиться колющиеся и режущие предметы. Иначе бессонница, апатия, постоянные конфликты станут вашими, к сожалению, спутниками, а светлым энергиям в вашу жизнь путь будет просто-напросто перекрыт, что неблагоприятно скажется, опять же, на вашем энергетическом поле. Поэтому возьмите за правило такие вещи вынимать только в те моменты, когда они действительно вам требуются, а в остальное время пусть находятся на своем месте.
Деньги, находящиеся на столе, будут притягивать хлопоты и негативные помыслы в семью. Вы таким образом будете нарушать денежные потоки, которые стол может притянуть в вашу жизнь. Поэтому деньги должны находиться только под скатертью, так они будут приумножаться. Сухие цветы, сухоцветы, которые многие люди любят размещать на столе, не сослужат вам хорошую службу. Кроме того, что притянут безденежье, отобьют энергию счастья, такие цветы не несут в себе жизнь. Они засохли, а значит будут притягивать различного рода негатив, который будет мешать вам получать то, что бы вы пожелали. И даже если в момент, когда на столе будут находиться сухие цветы, а под скатертью купюра, которая должна притягивать деньги, результат будет полностью противоположный, и вас точно не порадует это сомнительное удовольствие, от которого лучше отказаться, но оставить при себе денежную энергию. Нельзя на стол ставить часы, так как они будут отсчитывать время тех, кто живет в данном доме и могут даже притянуть проблемы со здоровьем. Для такого предмета, как часы, нужно вообще тщательно выбирать место. Многие люди размещают их в кухне над входной дверью, чем допускают непоправимую ошибку, перекрывая потоки энергии, которые должны поступать на кухню, чтобы сохранять энергетику жилья в целостности. Таким действием вы разрываете ее и начинаете притягивать плохие энергии, которые с помощью часов входят в цикличность, и исправить возникшую ситуацию в результате становится практически невозможным. Поэтому обязательно соблюдайте эти простые правила, и вы увидите, как ваша жизнь будет наполняться только изобилием, достатком и благополучием. И мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья, заходите на наш канал, у нас много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.